Уходила из дома, допустим, в понедельник, просто сказала погулять, а приходила через неделю домой, вся уже ужасная, грязная, просто, короче, в ужасном состоянии, вот с такими вот болтами. Так, Лиза, реабилитантка центра «Нонарко» Ленинградской области, где лечат от наркомании и алкоголя, в одном предложении описывает свою жизнь до центра. Первый раз Лиза попробует наркотики в 16 лет с одноклассником. Продолжит употреблять с будущим мужем. Будешь со мной, типа, я говорю, да не-не-не, типа, зачем? Говорю, да пофиг, попробуй. Ну, я попробовала, и что-то вот так раз в месяц мы с ним что-то употребляли. Так, Лиза сядет на систему, на сленге это значит, начнет употреблять систематически. Школу она не закончит, потому что забеременеет в 16, и даже дочка не остановит ее от приема наркотиков. Все равно есть и есть, типа, по большей части меня дома не было, поэтому мне было без разницы. Клинический эгоцентризм зависимых – первое, с чем начинают бороться в «Нонарко». Вот и Лиза вспоминает, только через месяц реабилитации она станет скучать по родным, по ребенку, и даже не с нуля, с минусовой позиции начнет понимать, какие чувства она испытывает, почему и как бороться с желанием употребить. Аналогичные изменения происходят и с другим реабилитантом этого центра Алексеем, который, если не прекратит употреблять, потеряет семью, жену и двоих детей. Специфика программы основана на том, что у меня вырабатывает антирефлекс к наркотикам, и то есть, грубо говоря, рассказывают мне все плохое, что я творил в наркотиках. И как бы в какой-то момент ты устаешь от самого себя прошлого, и хочется от этого убежать. Были попытки, точнее даже мысли, как бы сбежать, но останавливало то, что меня не примут домой, пока я не пройду курс, как бы, и не вылечусь. В этом центре реабилитация состоит из индивидуальных и групповых сессий с психологом и работы на форуме. Площадку онлайн, да, в которой подключены ребята, подключены родители, подключены специалисты, психологи, психиатры, врачи, ну, то есть вот специалисты, которые в данном вопросе компетентны. И у каждого человека есть кабинет свой, да, где присутствует родственник, где может наблюдать не только там специалист центра, но и родственник, что происходит. Помимо работы с ребятами, работа еще ведется с самим родственником. Если меняться будет только наркозависимый, то долгого эффекта это не принесет, ведь его близкие люди, семья, родители, возлюбленные состоят в созависимых отношениях. Поэтому в реабилитационных центрах «Нонарко» и «Реверсе», он тоже находится во Всеволожском районе Ленинградской области, проходят специальные лекции с психологом. Зависимость – это такое же заболевание, которое, по сути, близкие часто любят обесценивать. Такое же страшная и прогрессирующая болезнь. Только если зависимые ребята, они употребляют, погибают. Да, свое здоровье, свою нервную систему, социальную какую-то жизнь свою уничтожают. То у созависимых это все то же самое, только без веществ. Когда общаюсь с родственниками, с родителями, с мамой, всегда говорю, что мы все должны работать над собой, иначе просто не получится. В реабилитационном центре «Реверс» психотерапевтической части реабилитации уделяют особое внимание и стараются занять каждую секунду зависимого. Создают кукольный театр, вовлекают в спорт и проводят арт-терапию. Например, рисуют маски своего страшного альтер-эго. Я нарисовал эту маску, потому что я боюсь, когда я злой, потому что я не могу контролировать свои эмоции, и часто это приводит к каким-то печальным последствиям. За образом этого отталкивающего черта Иван. Это уже его вторая реабилитация. После первой он быстро сорвется, снова употребит, потому что вернется в знакомую среду. Сейчас Иван на одном из последних этапов реабилитации в реверсе. Всего 4 модуля реабилитации. Первый – мотивационный, когда важно признать болезнь. Второй – информативный и психотерапевтический, когда учит рефлексировать. Третий – аналитический. Четвертый – социализация. Иван верит, в этот раз сможет остаться трезвым. Благодаря этим работам и терапевтическим группам я научился работать с собой. То есть я в моменте научился отслеживать за собой, то есть моменты, где мне страшно, где я чего-то боюсь, где я начинаю злиться, где мне что-то не нравится. Я уходил от этого к наркотикам или алкоголю. Вот сейчас как бы меня здесь научили работать с собой и в моменте справляться со своими чувствами, так сказать. Сегодня Иван – волонтер центра «Реверс». Он помогает другим разобраться в себе и прогнать дьявола в зависимости. Вот и Лиза из другого центра «Нонарко», с чьей историей мы начали рассказ, тоже хочет остаться в центре волонтером, чтобы получать
и оказывать поддержку. Это ж круто, помочь им исправиться, когда у тебя есть еще опыт, ты понимаешь их. Только 40-50% из выпускников сохраняют трезвость на протяжении 3 лет после выхода из реп-центра. Нужно сказать открыто, наркоманов бывших не бывает. Тот, кто принимал запрещенные вещества, каждый день будет вставать перед выбором, употребить или нет. И дать слабину гораздо проще, чем остаться трезвым. Но ведь шанс должен быть у каждого. Служба информации. Александра Шеломцева, Михаил Городников.